Я тут увидел, короче, видел обращение лиха бати. Али ты говоришь, чтобы я на 79 сделал вес. Я с датиком дрался перевесом почти 30 килограмм. Если ты реально готов выйти со мной, давай без весогонки выйдем и подеремся. А так-то видно, что ты ищешь себе причину, чтобы не сделать этот бой, не выйти со мной. Все знают, что ты не выйдешь. И что ты ищешь себе легких боев и всех тянешь под свою дисциплину. Поэтому давай там отговорки не надо делать. Если ты готов выйти, давай выйдем и зарубимся как настоящие мужчины. А если ты не готов уходить, то молчи там. Если ты там или будешь много разговаривать, не только банки полетят. Аккуратно будь там своим языком, а то жестко получишь. Актер. И еще, если ты еще раз свой рот откроешь, ты ни на одну конференцию не будешь ходить и не будешь уходить на бои. Это я тебе обещаю, если ты лишнее будешь болтать. Вот так будешь постоянно ходить, вот так. Аккуратно будь там.